Секретарь Люберецкого местного отделения «Единой России» Владимир Ружицкий провел личный прием граждан. На встречу, которая прошла в исполкоме политической партии, записались 4 жителя городского округа. С какими вопросами они обратились, расскажем в нашем следующем сюжете. На прием к Владимиру Ружицкому пришла библиотекарь 20-й гимназии Раиса Крохина. Вопрос касается ремонта стадиона на территории учебного заведения. По ее словам, спортивный объект, открытый 5 лет назад, пришел в негодность. Вход отдельный сделали, повесили табличку, что стадион работает с 6 до 10 вечера. Мы все открываем как положено, что этот стадион с 6 до 10. Сколько времени нашим ребятам отведено? Наши ребята, учащиеся, меньше занимаются на этом стадионе, чем остальные все. Этот вопрос взял в работу депутат 5-го избирательного округа Александр Мурашкин. Проблему будут решать совместно с руководством гимназии, а также управлением образованием Люберец. Обязательно, Раиса Ивановна, отработаем. Хорошо, Раиса Ивановна. У жителей домов 8Г и 8Б на улице Новой вопрос связан с безопасностью при выходе из подъезда на придомовую территорию. Владимир Ружицкий поручил своим коллегам связаться с руководством управляющей компании. Также на личном приеме подняли темы несанкционированной торговли у станции Люберцы 1 и подведение итогов конкурса «Люберецкие звезды». Луиза Игиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.